Ребята, всем привет! У меня огромная радость, которой хочу поделиться. Вот, смотри, у меня получилось спасти яйцо. Вот мои утятки, это Star 53. Я, наверное, уже рассказывал о том, что у меня сгорел инкубатор, о том, как я в этом брудере, получается, спасал яйцо. Вот мои утята тут. Вот, смотрите. Вот они. Вот они. Часть, получается, раньше вылупилась. Вот там те, что не обсохли, обсыхают они совсем недавно. Вот открыл дверцу, и все стали кучковаться. Надо опять закрывать дверцу, чтобы удерживалась температура. На улице плюс 12, вот достаточно вот этих двух лампочек. И, в принципе, этого достаточно. Этого достаточно. Вот мои бандиты какие. Кто-то уже тут вон расслабился, уже спит. По полной тепло и уютно. Кто-то там вот пытается скучковаться. Топчет тех, кто еще не обсох. Вот на будущее очередной опыт, который был полезен. Если вдруг у вас сгорел инкубатор, вы уже видели, как нужно спасать яйцо. Там в инкубаторе еще остались яйца, еще процесс идет. Вот подытожим к концу, что у нас получилось и какой процент вывода. Несмотря на то, что получается, вот у нас какие были особенности. Подписывайтесь на канал, будете следить дальше за судьбой наших утят, животных нашего хозяйства. Ставьте лайк, поддерживайте. Буду почаще стараться снимать ролики. Сейчас принесу водичку, поставил стартовый комбикорм как для бройлера, а еще принесу немножко очень мелкого отсева от комбикорма, я тоже поставлю, может быть, для тех, кто не сразу сможет стартовый. Всем пока, встретимся в следующем ролике.